сегодня в Чебоксарах открыли инновационную футбольную площадку для болельщиков. На Красной площади установили огромный экран. Здесь вплоть до 1 июля будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу 2018. Прямо сейчас гости и жители республики следят за матчем Россия-Саудовская Аравия. На Красной площади сейчас находится моя коллега Галина Титарчук. Ей слово. Добрый вечер, Ольга! Площадь болельщиков распахнула свои двери. Фанаты футбола, настоящие болельщики стали здесь собираться задолго до начала матча. Все трибуны заполнены. Люди пришли посмотреть сюда титульный матч. Россия, Саудовская Аравия под открытым небом, на большом экране, на свежем воздухе. Инновационная футбольная площадка для болельщиков будет работать целый месяц на большом экране ежедневно с 15 до 20 часов. До 1 июля будут транслироваться игры с участием главных фаворитов турнира Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины. А мы напоминаем, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград, Самара и Саранск. Следующая игра в России 25 июня. Соперником станет Уругвай. Добро пожаловать на площадь болельщиков. Смотрите футбол, болейте за наших!